Джон из Чикаго спрашивает, так что я должен делать, когда слышу, как вы говорите о духовных понятиях, к которым мы должны прийти? Я должен действовать как глухой, который пытается услышать? Первое, это то, что я слышу. Я хочу, чтобы эта материя на меня воздействовала и дала бы мне лучшее видение в группе, в единстве, во всем. В этом заключается учеба. Во время учебы я должен больше чувствовать, чего я хочу сейчас, в чем где сила, которая раскроется мне во время учебы. Если он слышит меня, пусть подумает об этом.